всего, вы не будете удовлетворены результатом. Попробуйте, если вам нравится, ради бога. Если не отмоется, ну, нет, не будет ощущения, что вот как бы, да. Вот, как бы трудно вербализовать, но вот ощущение будет не то. Да, да, вот да. Что-то не хватает. Как будто мылом помылся. Ну, есть. Мыло, кстати, на мыле. Вот. У нас в народе любят 70% хозяйство. Хозяйство, ну так это головка. Будем просто мыть? Будем мыть головку. Ну, не знаю, вы скажите. Мы... Да. А то, знаете, говорят, все микробы убивают там сразу, все, это же наше хозяйство, советское, оно прям, когда вот в армии, там это, там вообще... В армии, да. Да. Для красоты нет. Там же все стриженные ходят, как они понимают, что у них волосы стали лучше? Ну, начальник сказал, товарищ полковник, значит, все хорошо. Так, принимала одно время рыбий жир в капсулах, начали расти новые волосы, как пушок или подшерсток. Волосы и так густые, и заметила месяцев через 4-5 только. Волосы стали гуще. Может это быть правдой или это мое самовнушение, спрашивает нас Оксана. Мне кажется, скорее второе. Либо, еще раз, очень важный момент, когда мы пытаемся что-то сделать в ситуации, когда у нас не выпадают волосы, нет проблем с волосами, все хорошо. Такое бывает. Хороший витаминный комплекс, хороший уход улучшает состояние волос. Но когда волосы начинают выпадать, то никакой рыбий жир не поможет. Когда есть причина, которую надо найти и устранить. А вот мы в самом начале нашего разговора начали говорить о диете для волос. Можете назвать какие-то, ну хотя бы парочку продуктов, которые вот условно, если мы там, не знаю, подростку, например, начинаем вводить в рацион, то значит точно не облысеет, ну хотя бы лет до 5. Слово диета и облысеет вообще никак вообще не сочетается. Но давайте, значит, посмотрим, что любят волосы. Они любят сытую, спокойную жизнь. Они любят поменьше мужских половых гормонов, побольше женских. Что значит сытый? Это значит, что должен быть сбалансированный рацион, в котором достаточное количество белка, попросту говоря, мяса, и как можно меньше углеводов. То есть всяких макарошков и сладких? Макарошки, если уберите, берите итальянские. Не нужно вот печенье, плюшки, пирожные, вот такие. Да, вот этого поменьше. Шолохова 237, телефон 306-75-75. Правительство Ростовской области готовит проект авиационного кластера. В него войдут Росгвертол, авиазавод имени Бериева и новый завод, который расположится между Ростовом и Батайском. По словам первого замгубернатора области Игоря Гуськова, участок уже определен, теперь нужно готовить специалистов. Первым этапом их подготовки станет Всероссийская олимпиада по специальности производства летательных.